Привет! С вами Миля и начинаем новости. Резидент Comedy Club Семен Слепаков исполнил провокационную песню на презентации нового телесезона канала ТНТ. Шумная вечеринка по этому случаю завершилась по-хулигански. В конце мероприятия, прошедшего в столичном Кроку Сити Холл, на сцену вышел продюсер и певец Семен Слепаков и исполнил свое новое произведение. Песня о продуктах телеканала должна была выглядеть как подарок собравшимся в тот вечер работникам ТНТ, спонсорам и гостям праздника. Однако некоторые фразы в тексте композиции привели собравшихся в состояние легкого шока. Так, описывая деятельность продюсеров канала на песенный лад, Слепаков затронул тему самого популярного проекта десятилетия – реалити-шоу «Дом-2», бессменным продюсером которого является Алексей Михайловский. Прошелся в песне Слепаков и по популярному продюсеру Артуру Джанибекяну. Ну и зачем рассказывать? Смотрите и слушайте сами, а также пишите комментарии и не забудьте подписаться. И среди пустоты были две передачи с Нагиевым. И дела чистоты шли не так хорошо. И даже Нагиев куда-то ушел и сказал, что на этом канале не будет Нагиева. И царило уныние на той чистоте, но явился продюсер, как свет в темноте. И он молвил: я знаю, что делать с вашим каналом. Он сказал: не волнуйтесь, будет все хорошо. И нюхнул принесенный с собой порошок и возрадовался, а на следующий день отдыхал. А на утро, придя на работу едва, он минуту подумал и создал дом два. И населил этот дом разными тварями. А потом он снова куда-то ушел и с собой еврея в лохмотьях привел. И сказал ему: Саша, давай занимайся сценарием. ТНТ – это больше, чем канал. ТНТ, если кто-то вдруг не знал. ТНТ – любит гей и натурал. ТНТ – это больше, чем канал. И с волнением ждал весь российский народ, когда кто-то в том доме в кого-то войдет, не отходя от экранов ночами и днями. От этого рейтинги быстро росли, и деньги рекой на канал потекли, и на запах денег сразу слетелись армяне. Но, к счастью, продюсер был не дурак, и он деньги ребятам не дал просто так, а сказал, что сначала должны они что-то придумать. И армяне собрали всех звезд КВН, разрешили шутить им про жопу и член, заплатив глупым звездам за это ничтожные суммы.